Может быть, исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию. И нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносит прямо противоположный результат. И начало этому опасному, безусловно, процессу положили именно Соединенные Штаты Америки, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, а затем приступили и сегодня активно осуществляют создание своей глобальной системы противоракетной обороны. Уважаемые коллеги и друзья, обращаю ваше внимание, не мы это начали.